Дом Гоголя – это улица Гоголя, 11, памятник архитектуры местного значения и в том числе еще и памятник истории, поскольку действительно в этом доме в свое время проживал Гоголь. С 2002 года у нас было несколько экспертных выходов на это здание, да, с целью определения его технического состояния. В том числе были даны рекомендации непосредственно владельцу этого здания, ОСМД «Затишье». Дом постоянно ухудшался, и сегодня это действительно привело к вот таким вот печальным событиям, то есть разрушение несущей части крыши, которое повлекло за собой и обрушение непосредственно конструктивных элементов. Сегодня инспекционным отделом нашего управления очередной раз проводится обследование данного здания для того, чтобы установить, во-первых, ущерб, который нанесен объекту культурного наследия, во-вторых, для того, чтобы выработать рекомендации по проведению первоочередных противоаварийных ремонтных работ на этом здании. Ну, надо отметить, что этот дом находится на одном из туристических маршрутов нашего города, поэтому, конечно, максимально будет приложено усилие для того, чтобы исправить ситуацию до начала большого туристического сезона в нашем городе.